Друзья, всем привет! Сегодня ролик, посвященный укорачиванию моста автомобиля «Москвич» на колею 70 сантиметров. Вот. Как правильно и грамотно укоротить полуось, я рассматривал в предыдущем ролике. У меня это все есть на канале, переходите, смотрите, не будем заострять внимание. Сейчас немножко пробегусь именно по размерам, что необходимо обрезать. Вот. Ну, информации о ВАЗовских мостах много, но о москвичах как бы в интернете не особо много. Вот. Хотя довольно классный крепкий мост. Вот. У меня сейчас как бы проект по постройке самодельного мотоблока, поэтому я укорачиваю мост на колею 70 сантиметров. Вот. Я немножко уже не заснял сам процесс обрезки, ну как бы ничего страшного. Сейчас пробегусь по размерам. Вот, у редуктора, как и у ВАЗовского, есть определенное смещение. Поэтому, чтобы мост стоял редуктор по центру, вот, обрезаем его немножко как бы несимметрично. Вот, как делаю я. Берем линеечку. Вот, как мы видим, здесь по центру два отверстия. И замеряем именно от этой вот серединки моста. Будет у нас 275 миллиметров. То есть сливная пробка у нас будет расположена внизу, но это как бы ориентир. Вот. Соответственно, делаем метку, обрезаем здесь. Таким образом, мы выбрасываем сектор длиной 255 миллиметров. Вот. Ну, фланцы я обрезаю по классике, то есть пропиливаю, надрезик делаю по шву, как бы и выбиваю. Ну, в принципе, для москвичевского моста это немножко не актуально, так как все равно на срезе мост имеет под колею 70 сантиметров эллипсность, поэтому как бы, ну, можно делать, можно не делать, можно просто обрезать как бы, ну, чтобы был такой более-менее четкий ориентир. Вот. Итак, с левой стороной мы разобрались, соответственно, аналогично уложим линеечку уже на правую сторону. Здесь мы выбрасываем, не выбрасываем, отмеряем от середины 295 миллиметров и, соответственно, обрезаем часть чулка здесь. Таким образом, у нас здесь получается вырезанным 230 миллиметров. Ну, там плюс-минус пару миллиметров роли не играет. Вот. Вот таким вот образом мы укорачиваем мост на колею 70 миллиметров. Вот. Уже в обваренном состоянии у нас получится ширина 70 миллиметров моста, то есть вместе с фланцами. Вот. Как бы, ну, потом в процессе изготовления мотоблока будет уже как бы более такой детальный ролик, как я сделал мотоблок. Ну, сейчас как бы такая теоретическая часть именно с размерами. Вот. Как мы видим, москвичевский мост, в отличие от жигулевского, именно, в, ну, если нам надо колея 70 сантиметров, то имеет такой эллипс. То есть, если мы сюда оставляем фланец, соответственно, у нас здесь зазоры. Ну, эти зазорчики надо немножко будет подогнуть, ну, то есть сделать такую вогнутость, ну, чтобы аккуратненько приварить фланцы ступицы. Вот, ну, как бы ничего сложного нет. Вот, ну, как бы основные размеры для обрезки на 70 сантиметров, в принципе, ребят, я указал. Поэтому кому интересно, лайк, напишите коммент своего видения по этому вопросу. Также следите за проектами на канале. Все, спасибо и до новых встреч.